Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. Сегодня отчетное видео о ремонте однокомнатной квартиры в Яблоновском. Скорее всего, это не ремонт был, а, так скажем, мы привели квартиру с ремонтом от застройщика, новую квартиру, в жилой вид. И задача наша была сделать это за 50 тысяч и за короткий срок. Мы с мужем посчитали, что с условием того, что мы работали, была жара и прочее, мы эту квартиру сделали с ним ровно за неделю, то есть привели ее вот в такое состояние. Кто смотрел первое видео, самое первое видео, я сброшу ссылочку на него в описании, дам в описании и в комментариях будет прикреплено, то есть можете посмотреть, в каком состоянии была изначально квартира и что нам надо было в ней сделать. Вот, и задача у нас была сделать все это за 50 тысяч. Значит, у нас были голые стены, вернее, не голые стены, а стены вот с обоями, был линолеум, здесь натяжные потолки, а в кухне и ванне были белые стены покрашены, в ванне ванна стояла, унитаз и раковина. Вот, ну давайте. Нам все это прекрасно удалось сделать за 50 тысяч и за неделю. Где-то с учетом, говорю, работы и там всяких разных мероприятий у детей мы уложились в неделю. То есть это возможно сделать. Смотрите, давайте считать. Зрители мои, знакомые мои, которые смотрят наши видео, говорят, что это было просто, ну, это нереально обустроить, обставить квартиру за 50 тысяч. Ну вот, давайте с вами считать. Это зал, да? В зале мы, в принципе, ничего не делали. Мы повесили гардину, муж повесил люстру, и мы установили мебель. Вот, смотрите, диван. Я вам уже рассказывала про него. Мы его взяли за 8 тысяч. Шикарный, отличный, дорогой диван. Вот, мы за ним просто неслись. Сумасшедше за ним неслись быстро, чтобы успеть его купить. Он очень такой вот прям качественный. Вот вполне можно купить вот такой диван дорогой. Смотрите, он раскладывается, да? Вот прям я могу сама его легко разложить вот так. Опа, и он вот так вот разложился. То есть это не дешевый вариант. И вот. То есть делается большая, удобная двухспальная кровать. Вот мы его купили за 8 тысяч. Вполне реально купить хороший диван очень хорошего качества за эти деньги. Потом, смотрите, мы купили спальный гарнитур. Ну, он как, не знаю, спальный он гарнитур называется или нет. Кровать, две тумбочки, матрас. И вот этот комод тоже в идеальном состоянии мы купили за 5 тысяч. Вообще это стоило 4,5, мы ехали без матраса. Потом Вова покупал, говорит, Люда, матрас неплохой, давай возьмем за 500 рублей, то есть нам отдали этот матрас. Вот, вот эта стеночка, тоже я рассказывала про нее. Мы ее купили за 3,5 тысячи, она в очень хорошем состоянии. Единственное, у нее был косяк, вот тут вот. Немножко потерто, но Вова все сделал, то есть она уже нигде ничего не трет. Все вот замечательно. Все, считаем. 5 300, люстра 1500, диван 8, стенка 3,5. Ну, телевизор мы сюда не считаем. Все, эта комната готова. Пойдемте дальше на кухню. Как вы помните, у нас кухня была, вот такие были белые стены везде. Вот здесь стояла мойка такая маленькая от застройщика. Вот смотрите, как теперь выглядит кухня. Мы купили два рулона обоев. Одни были вот такие цветные обои, вот у них такой рисунок. Эти обои стоили там без 2 рублей 700 рублей. Мы покупали их в Леруа. То есть заклеили вот эту стену и наклеили вот... Фартук, да, наверное, это называется. Вот. И на эту стену мы наклеили вот такие вот дорогие обои. Они 1700 стоили. Вот эта стена у нас вот такая вот в кирпичиках. Вот эти обои очень хорошего качества. Они очень хорошо клеились. И они прям вот прям хорошие. Все обои мощи. У меня дома такие обои такого же
качество. Уже 5 лет на кухне наклеим, но у нас на тот момент не было денег совсем там на плитку. Мы наклеили обои. 5 лет мы живем с этими обоями. Вот так же они у меня фартуком наклеены. Я их тряпочкой протираю. Все, вообще никаких проблем нету. Поэтому я думаю, что, ну, как бы на первое время вполне можно обойтись, да, вот 600 рублей. Вот это вот все, ой, нет, 700 рублей, 689, по-моему, вот в Леруа мы брали. Вот это все, еще пол рулона осталось, еще можно где-нибудь еще наклеить. Метровый рулон 10 метров там. Так, вот эта вот печка, это была печка от застройщика. Мы купили гарнитур кухонный. Здесь были другие столешницы достаточно такие, они так потресканные, полопанные были, мы их поменяли. В общем, весь гарнитур, и к нему еще есть один шкаф, подвесной который. Вот, но он сюда, соответственно, не поместился, там в гараже у нас стоит. Гарнитур вместе с мойкой и краном, с таким краном и с мойкой, и там были все шланги к нему, то есть мы ничего не покупали, мы это все купили за 5000. Единственное, мы поменяли столешницы, но столешницы мы взяли в Леруа, в Ашане мы взяли их, они были тоже на акции, вот это вот 40 сантиметров 199 рублей стоило вместо 400, а вот эту мы купили 399 вместо 800, и сюда вот купили еще, сделали вот эти вот планочки, чтобы столешница не портилась. В общем, они стоят по 80 рублей, по-моему, мы их в Леруа брали. Так и вот так сделали. Все. Так, считаем. Дальше. Люстра 1400, по-моему, 68 она стоит, но считаем 1500. Гардина такая же, как висит, как она в зале, 1300. Холодильник. Холодильник мы купили за 8000 уже в самый последний момент. Холодильник БУ. Внешне очень хорошо он выглядит. Он после ремонта, мы брали его у знакомого мастера, который холодильники ремонтирует. То есть он поставил ему новый мотор. А так холодильник в очень приличном состоянии. Вот как бы небольшой. За 8000. Но я считаю, что неплохое приобретение. Конечно, если поискать на Авито, можно найти и получше, но у нас уже не было времени, и мы вот решили взять у ремонтника после ремонта. Но он очень чистенький, все целый, все вот вообще просто замечательный холодильник. В общем, довольны приобретением за эти деньги. Я думаю, что он проработает еще как минимум лет 5-7, точно проработает. Так, дальше стол и табуретки. Стол икеевский, абсолютно новый, просто в идеальном состоянии. Мы купили здесь, в Яблоновке, за 1500 нам его отдали. Очень хороший стол, он прям дорогой такой. Табуретки эти тоже икеевские нам дали. Забирайте. В общем, расскажу вам историю покупки этого стола. Мы собирались покупать у той женщины стиралку. Она сказала, что она переезжает, много чего продает, и мы пришли в шикарнейший просто дом, купили просто даром стиралку, купили там себе холодильник за 11000, абсолютно новый. Ему, наверное, года 2-3 этому холодильнику, но он просто в идеальном состоянии. Самсункин векторный холодильник за 11500 мы сторговались. Вот этот стол, в общем, стиралку. И вот советую вам, знаете, покупать вещи, если вы будете покупать вещи, вот у людей, которые, например, что-то продают и куда-то уезжают. А это они изначально продают неплохие вещи, но им просто надо быстренько их продать и уехать, освободить, например, квартиру, либо переехать какой-то в другой регион. В общем, мы вот такой вот стол просто урвали за даром, еще и табуретки. Диван здесь стоит, я вам про него не рассказывала, мы его купили вместе вот с тем диваном, который там стоит за 8000 у одной и той же женщины, но вот этот диван, я вообще изначально повелась вот на этот диван, вот она за него просила 2000, вот за этот диван, представляете, он раскладывается, делается двухспальная кровать, очень дорогой, качественный диван,
Вот такой вот, смотрите, он какой. В идеальном просто состоянии, просто в идеальном состоянии. За 2000, вы представляете? Говорю, там нас чуть не порвали за этот диван. Все хотели, короче говоря, его купить. Но он... Вообще мы его хотели себе забрать. Ну вот уже сюда его привезли, разгрузили из машины. Он такой тяжелый, такой огромный, такой громоздкий. Поэтому Вова сказал, ну его пусть стоит, короче говоря, здесь. В общем, вот 2000 вот такой диванчик. Считайте, вы все прибавляете, да? Угу, молодцы. Ну, пойдемте. А, вот, смотрите. Уже напоследок Вова сделал вешалку. Но вешалки же здесь нету, а людям же надо будет как-то где-то, ну хотя бы что-то вешать. В общем, мы вчера были в Леруа, купили вот такую вот, это мебельный щит, он стоит 160, по-моему, 3 рубля стоит. И вот такую вот вешалку. Вешалку одну повесить вроде как, ну не очень смотрится. А вот с этим мебельным щитом вполне как приличная, да, вот можно сказать, даже дизайнерская вешалка. В общем, вот Вова ее прикрутил. Все, нормально. Ну и ванна, напоследок ванна. Вот она, наша готовая ванна. Угол. У нас на это все ушло 3500. Плитка, затирка и клей. Клей мы взяли 2 мешка, один мешок мы продали. То есть он был лишний. Вот. Да? И вот она, стиралка, которую мы купили за 3500, современную стиралку Samsung. Вы посмотрите на нее. Я, честно, вот не поверила своим глазам. Во-первых, у этой женщины очень дом дорогой, потом там идеальная чистота, то есть эта стиралка просто в идеальном состоянии была. Почему она ее решила за 3500 продать, я не знаю. То есть она решила, ну что вот она ей уже пользовалась, и она, как бы вот, ну так скажем, не стоит больших денег. Стиралка просто в идеальном состоянии, посмотрите. Я хочу вам сказать, Вова уже, конечно, все подключил, все уже сделал. Я хочу сказать, что вообще реально найти хорошие вещи через Авито вполне можно. Вот это мы все купили в Яблоновке. И вот и еще ж такой же Samsung-холодильник, вот такой высоченный, 1,85 м, там куча разных полочек. Вот, но мы его себе забрали. Я всегда хотела иметь 2 холодильника, потому что в один у меня не помещается. Старый свой большой мы в кладовку поставим, а новый вот на кухню. Вот новый, который купили, вот этот Samsung, он очень крутой. Тот холодильник. В общем, 3,5 стиралка, вы считаете, да? Угу. Так, ну, зеркало 500, вот, и вот это вот 500. В принципе, все необходимое, что нужно для жизни, вот так вот. Вот и считайте, мы уложились ровно в 50 тысяч полностью, вот смотрите, полностью однокомнатная квартира обставлена, есть кровать, диван, шкафы, да, люстры, текстиль повесить какой угодно. Кстати, у меня есть текстиль, он, конечно, не входит в эти, в 50 тысяч, вот. Но я, когда повешу штору, ну, в общем, сделаю все, как должно быть, как задумано, в световом решении, я вам сниму еще видео, как это все дело выглядит со шторами. Притом шторы тоже по 300 рублей. Тюль я купила на Авито 250 рублей. Тюль и шторы я вот здесь, вот сюда, в эту комнату я купила у той же женщины, у которой мы купили стиралку, стол и холодильник за 2000. Там вообще набор шторы с люверсами такие дорогие, тюль. Но мне все это надо подшить. За 1000 все, вы представляете? Оно прям вот дорогое, качественно, потому что женщине надо было просто освободить скорее дом, чтобы съехать, понимаете? Вот забирайте, она говорила, забирайте хоть все. В общем, вот, выполнили мы поставленную задачу, практически в срок уложились в эти 50 тысяч, вы можете точно так же, и я в вас верю. Все, всем пока!